Поборы в школах есть, были и будут, потому что это решение родителей сделать комфортными условия детей, это их право. Вопрос стоит в том, каким образом передаются эти деньги и почему. Я хочу объяснить, почему. А директор школы вынужден брать деньги у родителей, потому что иначе ему не выжить. Потому что проблемы школы решают сейчас государственные закупки. Государственные закупки проводят тендера, и тендера выигрывают те, кто показывает меньшую сумму, и на эту меньшую сумму наименьшую покупают парты, на которые нельзя облокотиться, потому что когда ребенок облокотился на эту парту, она сломалась, когда он сел на стул, этот стул на второй день сломался, или там винты отвалились из этого стула. И директор школы вынужден констатировать, что вся эта мебель, которая выдана государством вот за эти 5 копеек, должна быть на складе. И что детям нужны парты. Ко мне, как маме, например, классный руководитель говорит, или я покупаю колготки бесконечно, да, по 1000 тенге, или я раз в месяц заплатила эту 1000, но я знаю, что, собравшись все вместе, мы купили эти парты. Мы вынуждены их покупать. Точно так же, как мы хотим, чтобы висели красивые шторы или было нормальное освещение, чтобы дети не портили себе зрение. Это началось еще в 90-х годах, когда мы понимали, что стране тяжело. И вот эта вот тенденция продолжается до сих пор. Тогда, в 90-х, мы собирали деньги, потому что знали, что хорошего учителя мы не найдем, потому что хороший учитель на эту зарплату не пойдет, потому что хорошему учителю нужна доплата. И вот эта традиция, она сохранилась до сих пор. И она сохраняется до сих пор, потому что школа вот таким образом выживает, потому что директор школы не имеет власти, заказывая необходимые вещи для школы, принимать решение. Потому что все равно существует тендер. Тендер существует, что якобы исключить коррупцию. А коррупция просто это все принимает какие-то огромные размеры, потому что те люди, не знаю кто, это самое настоящее ОПГ, я так думаю, потому что и мы вот этим живем на сегодняшний день. На самом деле, вот что необходимо делать в поддержку директорам школ? Я еще, знаете, о чем хотела сказать? Разговаривая с директорами школы, я не буду называть вообще их фамилии, потому что я говорю с многими учителями и директорами, которые не хотят об этом говорить. Они вынуждены брать эти деньги, потому что постоянно приходят проверки. Например, приходит КРУ. И когда приходит КРУ, и они тут же показывают, что... КРУ – это что, их, сразу скажешь? Проверка, да, это контроль. Ревизионный, да? Что это стоит 6 тысяч. Приходит комиссия, которая проверяет срез знаний в школе, они требуют 5 тысяч долларов. И это происходит повсеместно, и директора школ, как по их словам, они уже заранее копят эти деньги, потому что им нужно отдать эту взятку. И вот как вы понимаете, вот вырисовывается такая картина вокруг образования. Да, еще и место директора школы стоит хорошие деньги. И чтобы никто не трогал, тоже стоит хорошие деньги. И все это одно с одним связано. И за счет чего директор школы будет платить эти взятки и выживать? Потому что у нее у самой зарплата там 50 или 70 тысяч. У учителя там 40 тысяч. Они выживают за счет нас. Но наша... желание, чтобы наши дети были лучше и жили лучше, и мы сдаем эти деньги как родители только потому, что многие родители даже не представляют, какие огромные деньги выдает государство каждой школе. Поэтому необходимо снять государственные вот эти вот закупки. Все то, что касается детей, вот нам удалось восстановить справедливость по поводу питания в школах. И эту статью сняли из госзакупок. Нам необходимо сейчас все то, что касается детей, снять с тендеров и госзакупок. Для этого создавать общественные советы, комиссии, которые могли бы проверять исполнение. Именно общественные комиссии. Общественные комиссии. Независимых людей.
которые могли бы осуществлять проверку в этой же школе для того, чтобы удостовериться, что те деньги, которые были отправлены государством, они были потрачены правильно.